Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. И я уже 3 недели в обалденной игре «Карусель», которая принесла мне порядка 130 тысяч за 3 недели. И вчера я купила автомобиль. Правила игры простые. Изъявил желание, написал в личку. Вносишь 2400. Вступаешь, я тебя добавляю в наши чаты. Приглашаешь 2 человека. Это обязательное условие, чтобы все работало. Двигаешься в табличке и получаешь 19200 рублей себе на карту. Либо на любой другой кошелек, который ты пожелаешь. Команда ведет вот такие таблички. В табличке 4 поля. Кто стоит на голубом поле, тот получает выплаты по 2400 рублей. 8 выплат по 2400 рублей, получается 19200 рублей. Приглашайте 2 человека, двигайтесь в табличке. На зеленом фоне у нас 2 человека, на желтом фоне 4 и на оранжевом поле 8 человек. Как только закрываются 4 места, табличка делится пополам и следующий человек выходит на выплату. Все двигаются влево, то есть те, кто были на оранжевом поле, двигаются на желтое, кто были на желтое, двигаются на зеленое, кто был на зеленом, двигается на голубое и выходит на выплату и так далее. Я уже прошла несколько кругов, уже закрываю 8-й или 9-й круг, сами посчитайте, по 19200. Также я закрыла папу 3 круга и дочку. Мы обновляем машину, часть денег, заработанных в карусели, пошла на покупку машины. Я вчера выставляла здесь пост, что я такая довольная, я сижу в машине, улыбаюсь. Вот наша машина, вот такая вот красоточка. Вот тут я частенько выставляю свои переводы в комментариях. Можете зайти, посмотреть мою закрепленную запись и посмотреть комментарии. Вот здесь вот есть видео, которое я выставляла из Сбербанка онлайн. 15 марта, вчера был денек, когда я получила 19200. 8 раз по 2400. Считайте, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Да, был такой день, когда я в день получила 19200. В чатах у нас кипит работа. Каждый день здесь у нас поздравления. Люди выставляют свои таблички. Люди выставляют свои скриншоты полученных денежек. Вот, от любви для Зинаиды. 2400, 2400. Сегодня 25 марта. Я когда сюда пришла, здесь было 14 человек. Посмотрите, как расширилась команда. И это движение уже не остановить. На карусели можно крутиться бесконечно долго. Кто хочет также зарабатывать деньги, и чтобы не был вам страшен кризис с коронавирусом, так же, как он не страшен нам, потому что мы зарабатываем в интернете, сидя дома и заказываем продукты домой, пишите мне в личку, все мои контакты я оставлю под видео. И всем больших профитов. Пока-пока.